Радостное событие произошло в Петербурге в благодатные дни Светлой Седмицы. В город на Неве из Успенского Вышинского монастыря Рязанской епархии прибыли святыни. Мощи святителя Феофана Затворника, учителя Русской Церкви, богослова и подвижника и чудотворный образ Божьей Матери Казанской Вышинской. Долгожданные святыни встретили на Московском вокзале. Епископ Царскосельский Маркел и вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичиджи, а также достопочтенные отцы, сопроводили реликвии в Воскресенский Новодевичий монастырь, где с особой торжественностью было совершено всеночное бдение сонмом архиереев. Принесение святынь из Вышинского монастыря, где когда-то подвязался подвигом затворничества святитель Феофан, осуществляется по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения святителя Феофана. На молитвенную память всем верующим после елеопомазывания были подарены иконочки с изображением богородичных образов и святителя Феофана. В Воскресенском Новодевичьем монастыре поклониться вышинским святыням можно ежедневно до 8 мая. Затем они будут доставлены на подворье Оптиной пустыни и в Покровский собор Гатчины. Правящий архиерей Скопинской епархии владыка Владимир, сопровождающий святыни Рязанской земли, сердечно поздравил всех верующих со светлыми днями святых празднеств. В эти